Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, на Осипенко. В полночь я уложу асфальт. Ну, не я, конечно, лично, а дорожные рабочие, которые уже успели положить новое дорожное покрытие по одной стороне. Другая на очереди, но уже совсем скоро автолюбителей будет радовать ровное и гладкое дорожное полотно. Улица Осипенко от Мичурина до Лесной преображается на глазах. Фрезеровочная машина срезает верхний слой асфальта, укладывает выравнивающий слой. Работают в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Когда закончат с проезжей частью, возьмутся за благоустройство прилегающей территории. На объекте планируется до 30 сентября текущего года выполнить работы по комплексному его благоустройству. Ремонт проезжей части, замена бортового камня, ремонт тротуара с применением асфальтобетонного покрытия и плиточного покрытия, замена средств организации дорожного движения, барьерного ограждения, пешеходных и транспортных светофоров, тактильная плитка. Сумма контракта на ремонт Осипенко – 163 миллиона рублей. За эти деньги комплексно отремонтируют больше 26 тысяч квадратных метров проезжей части и 24,5 тысячи квадратов тротуаров. Будет выполнен ремонт пешеходного бульвара на улице Осипенко, а также сквера на площади Героев 21-й армии. В ремонте сейчас и улица Лесная. Здесь также меняют асфальт, инженерные коммуникации и бортовые камни. Качество работ контролирует МБУ «Дорожное хозяйство». После укладки выравнивающего слоя производим лабораторные кернения. Керны отдаем в лабораторию для испытаний. После испытаний, если положительные, то допускаем разрешение на укладку верхнего слоя. В момент работы нареканий в основном нету. Если какие-то замечания находим, подрядчик устраняет буквально на месте. К контролю подключились представители общественного совета при департаменте городского хозяйства и экологии и администрации районов. С основным объемом дорожных работ планируют справиться уже к 20 августа. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.